Всем привет, меня зовут Радмир, с вами магазин Drickstock. Сегодня я вам расскажу про наш замечательный проектор Umeo Pro с поддержкой 5G. Поехали. И начнем мы, пожалуй, с коробки, то есть с комплектующей составляющей. Проекторы упакованы в такие коробки именные. Внутри, получается, у них есть пеночки такие, ходить за ними не буду, они там есть, то есть чтобы все было аккуратно, ничего не повредилось. Так, в коробке у нас, получается, идет в комплекте штатив. Маленький стандартный провод для подключения. Тут получается вот розетку втыкается и второй конец сам проект. И идет у нас пульт, то есть вот такой вот пульт. Тут вот все, что нужно, есть. То есть можно экран переворачивать, если вы решите вверх ногами проектор повесить. Вы можете, получается, вверх ногами повесить и экран перевернуть, чтобы он, получается, не вверх ногами был, а вот, ну, в нормальном положении, как и должно быть. Если хотите боком поставить, то же самое, есть кнопка, то есть экран переворачиваете, и все, и можно пользоваться спокойно. Также здесь еще идет документация для него, как пользоваться. Она, к сожалению, не на русском языке, то есть тут все на английском и на китайском. То есть вот, сейчас вот так покажем. Тот, кто знает хорошо китайский и английский, будет хороший плюс почитать. Давайте к настройкам. Проектор поддерживает Wi-Fi, Bluetooth, то есть можно подключаться через телефон, через, допустим, можно колонку подключить проектору через Bluetooth и пользоваться. А также у него можно вставлять флешку USB и SD. Сейчас я вам давайте поднесу поближе. То есть вот все разъемы, то есть для наушников, для USB разъемы и для SD. Здесь он включается. Также у него есть фокусировка. То есть вы, допустим, поставили вот к стене, да, и у вас все размыто. Вы раз, покрутили колесико, и все, то есть фокус настроили. Поставили подальше, у вас вот экран большой-большой, но размыто. Фокус крутите, все, экран уменьшается под нужный размер и становится четкий. Так, мы включили наш проектор, теперь давайте продемонстрируем его работу. Так, есть вот такой пульт. Сейчас мы вам покажем. Вот пульт. Тут, получается, внутри батарейки уже идут в комплекте, их не нужно покупать отдельно. Так, вот, получается, все у нас работает. Пульт, все, батарейки ставили. Вот тут есть YouTube. Так, давайте по настройкам. Смотрите, он, получается, идет у нас на базе Android. То есть, вот нажимаем настройки. Wi-Fi есть, Bluetooth. Вот все, можно подключаться, все работает. Google Play также есть. То есть тут все нужно зарегистрироваться только как на обычном Android. Wi-Fi. То есть тут установлен Netflix, уже Google Play, YouTube. Вы можете Play игры скачивать, играть. То есть есть медиа-центр, это вот вы флешку если ставите, то у вас тут появится. Языки. Так, об устройстве можно посмотреть. То есть вот название модели A007. 32 гигабайта, версия Android 7.1. Версия ядра, все это есть. То есть это на базе Android он идет. Теперь поговорим немного о нас. Наше название — магазин Drickstock. Мы продаем из города Уфа. То есть продаем по городу и по всей России. Вы можете написать нам в сообщении, написать, какая модель вас интересует, какая расцветка, и заказать. Авито доставка, к сожалению, проектора не может принять. Мы бы отправляли Авито доставку, но, к сожалению, Авито не принимает проектор Авито доставка. Поэтому вы можете заказывать через ДЭК, Почта России, Боксбери, как удобно. Мы вам отправим. Отправляем по полной предоплате, то есть вы оплачиваете товар, мы вам отправляем, присылаем трек-номер, и вы просто приходите, когда в ваш город придет посылка, и забираете из пункта выдачи. Также в подарок мы кладем штативы большие, то есть в комплекте идут уже маленькие, но мы вот кладем большие штативы, чтобы вы могли как бы спокойно на пол ставить, регулировать на нужную высоту и смотреть.